Зашла. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Биви. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Блять. Ну я вышел. На секунду собираю. Угу. Я объяснёшь, наверное? Сейчас на место. Ну, не сейчас. Войт может, да. Войт может. У тебя долгий рез. Там хосты больше. Угу. Так когда мне на переходке его рез? На переходке, да. Так ножом. Снополь там больше кливнули. С ножом резом. Да, повышенным резом. Ключница, которая это. Все, да он умрет. Полос. Так что, с ножа кто-то резнет, нет? Не, резы. Даже если резнет. Да. Бэрю. Пробафайте его. Зачем бэрту давать? Да, обычно бы резом полос, ладно. Конечно. Да, дефибриллятором, ну ладно. 5, а у меня бой не пропадает. 3, 2, 1. Понял. Пройди, где лужа там пошли. И у меня разрезистил. Бафчик он закончился просто. Хуевый трай. А, нечем, просто нечем. Можно либо в породе? Ну, знаешь, 20 секунд уже стоит. Боже. Когда ты даже наберите? Когда ты свищешь? Какие распишались? Еще минус 3, 4. Так а что мы опять не поменялись? Давайте его уже заходим. Так. А такой вопрос. Хрипатый, Пирекс, Аптекс и Флэш. Вы все должны были бить красную.
А побежали за зеленый. Влад, а как в этот в миле задуло? Да это я, блядь, накосячил. Я хотел хоть раз в жизни попытаться побыстрее там подвести ее. Да, понял. А не ждать лишние там типа 3 секунды АФКшить. И как раз в этот момент задуло. Не успел. А как резать без БР? Объясните. Там комбо спадает. Пропадает. У меня не спадает, у меня, не знаю. А может ты... из-за того, что у меня ходы висят на всех, но у меня не спадают. А, ожидайте, наверное, ход. Да, происходит перекопка. Давайте, зеленый сейчас пьет первая пати, плюс валк. А, флэш, да, кстати, извини, действительно, на тебя зря наехал. Плюс флэш. Валк, флэш и вся первая пати. Бьет зеленую. Хрипатый аптекс, пирекс, роксрайт пьют красную. Вы объясните нормально. Зеленые, красные, они меняются. Стоячую кто так, бьет и ползучие. А, нет, нет, нормально. Нет, стоп. А, вот как раз ползучие и стоячие, они меняются. Но босс сам не меняется. У нас красненькая с черепком, а зеленая со звездочкой. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Кому какую бить? Dead Peach, наглая рожа, Wolf Bro, Fape, Valk, Flashlight. Бьют звездочку. Когда она закопается и выкопается. Хрипатый Аптекс, Пирекс, Роксрайт бьют черепочек. Ну, вначале вы типа вливаетесь все в зеленую, которая вот звездочка. А потом, когда они все закапываются, у нас 4 милика свечивает таргет. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Бомба. 4. Да.
5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я даже без сопрота стою. Куда ползет, блядь? Она по стене, по текстурам ходит, но... Вы умрете. Что-то пиздец, блядь, просто блядь, Спайдермен, блядь. Выкопалась, блядь, в щите. Вот почему он у меня сейчас резистит-то? У меня даже фласки на сопрот нету. А, говорю же. Ты знаешь? Напиши в ПМ, если знаешь. Ну, лапа, аура. Резист есть же все равно. Эх, да. Не, ну, понятное дело, что у меня так резист есть, но они же... Они же ПВЕ... Они же говорили, что ПВЕ отключили полное сопротивление. Вот в том-то и дело. Не, не, я помню это... Эту на... тему. Это наебали, это все они наебали. Ну, не думаешь свичнуться на этом? Я они просто... наебали, в горожане Гер это перестало работать. Ну, может, в горожане. Слышишь, Донт? Да, да. Давайте вот, попробуем. Ты понял, как я ее вожу? Давайте попробуем. Блин, у нас просто как каждый раз, когда мы начинаем менять тактику, у нас типа два вайпа только, чтобы привыкнуть к ней. Вот это что мне не нравится. Вот. Лужу. Ты помнишь, ты понял, как я вожу? Вот ты отводишь сюда, и... тут лужу льешь, да, вот здесь. И давай я тогда... Нет, чуть дальше даже. Вот здесь? Сейчас я ревод пропишу. Ну ты метки ебани. Там, где щиточек, да, примерно. У меня, короче, по моему ДБМу, он кидает лужу на 6 секунде из 10. Типа он не пишет, что уже через там 10, а кидает, что уже через там 4. Чё у меня с релоудом? Кто знает ренжа распространения огня от человека с огненным дебафом сколько? Ну, 10 точно. 10 или меньше. Вот, вот здесь она появляется, я тогда сейчас АУЕшную лужу не буду давать, чтобы с тебя не сорвать. А господа, забафайте, пожалуйста, там собаку. Или, я... кстати, да, давай сделаем ретаун, как ты в прошлый раз предлагал. Ну-ну. Давай, чтобы точно было. Я ее веду вот просто увожу ее вот сюда и вдоль стеночки веду примерно вот до сюда. Вот здесь где-то у меня ложится лужа. И я тут же начинаю ее разворачиваю, просто вот так вот. Иду до сюда. Потом где-то вот, когда я добегаю до квадратика, уже стою здесь и просто жду. Чтобы он у меня сюда задуло, после этого, что я иду вот так, 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 так. И подвожу вот сюда. Потому что примерно к тому моменту, где я добегаю, я блинк не использую, инжу не использую. Я просто бегу. А зеленый начинает откидывать, чтобы у меня не откинуло опять пойми кого. Потому что в прошлый раз мы из-за этого вайпнулись один раз. И подвожу туда. РТД тогда подходите сами, я с АУЕшный баф отдам. На деф. Забафайте собачку. Вопрос такой, а нам протопал в гильдии нужен? Да.
Есть там шаристый парень. Тильваныч? Добро пожаловать, герой. Ник. Азгел. Тильваник? Такого не знаю. Не, ну хорошо, шарище, значит шарище, давай, нужен, конечно. А одетый он хоть? Да, ну, более-менее. 219. Да, для этого и оденем его. 240, наверное. Да, ну одевать никому не будем, нахуй оно надо. Ну все равно одевать же надо, посмотрим. Не надо превращать гильдию в благотворительный фонд. 10 секунд. Четыре, три, два, один. Бомба. Чат поднимите на стакл там. Путлик вышел. Хорошо. Джоп. 5 секунд собираю. Кто там по джоп, иди. Кару там. На стаке уж набирает. 5, 4, 3, 2, 1. Они уже набрали между собой. Если истерия есть, то... Я скинул, блять. Косинка. Кто на подлесом стоит? Чувак, РТДшник полетели. Войда убила. Убираем. О, пизда. Все. И все, Миля убила. Как тебя убило? Знает его имя. Ну уж заходите. Дискордно. Так яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Ты не прожался на задувку, что ли? Прожался. Это вторая уже. А, да, давайте. Да, согласен, перекуры, начальная острота. А то что-то сейчас придумываем, просто потому что уже по усталости косячим. Давайте 5 минут. Сейчас 25:30 встречаемся. Сколько перекур там? 5 минут, давайте.
Дохуя. Ой, на сколько времени перекур? 5. Пойду я сделаю пек трапденсера. Да, давай. Это задушил меня Дон. Конечно, правильно, без трапденса играешь на кливе. Да, бля, типа я не знаю, я без трапы сейчас сдавал больше. Ну, я просто понимаю, что без пека, типа там у меня на икриту, это толку от нее особо мало. И ну, без таланта. Да. Ну, с талантом уже поболя будет, сейчас посмотрим. Дон, задонать мне 4-й спек, пожалуйста. Есть сейчас возможность? У меня нет. Мне хватило это на ханта, на ДКшку. Ты еще... Ой, бля, ой, все. Супер неадекватный парень. Я на ДКшке, но 2 ПВП, нет, 1 ПВП спек, 2 танка и 1 ДД. Все правильно. А один для БГ, а другой для арены еще надо сделать. Не, я БГ не бегаю. Да, надо. Сейчас, какой мне вот этот долбить? Мне смс прислал. А чё вы не хотите на красную 4, 6 отправить, а на зеленую 4 оставить поменьше? Просто я ложку постоянно добивать. Зеленую? А нет разницы, понимаешь, Флойд, ты этим ничего не изменишь. Сейчас, одну секундочку, мне нужно отключить телефон. Он кидает в рандомную цель. То есть у нас типа 1/25 вероятности, что прилетит конкретно в меня. Если после меня будет стоять 6 человек, неважно где они будут стоять, все равно у нас вероятность 6/25. Ну, треугольником, как на Торе, встанете. Там-то дело, что ничего не поменяет. Какая разница, 6 человек будет тут стоять или 6 человек будет там стоять? Или у нас все равно в одной точке стоит 6 человек. Тогда фрейм больше. У красной фрейм больше. И встать треугольником, как на Торе. Танк и треугольником. Две пачки по 3 миликов. Не, ну если типа вы встанете так, и прилетит плевок, и вы все получите этот плевок, то значит да, РНЖ не хватает. Ну, даже никто не пробовал. Так а эти как убивали? Да я не ебу, как они убивали. Ну, у них ДПС, может, больше будет. Не, я знаю, как магии. Там же видео было, все же стримы смотрели. Что, не видно, как убивали, что ли? Ну там же без войс, там же. Ну зачем войс? Видео же есть. Как остановку делают. Я не помню, где это видео.
Я то к чему говорю, что надо с пула, чтоб 6 миликов сразу били с красной. Все равно зеленую убьет. После первой перезакопки все равно первую убьют. Их одновременно никто не предлагает бить. Зато милики, получившие токсин, сразу разморозятся у донта. Да, в нашем случае, как Волк сказал, что лучше ждать, пока ХП у боссов понерфят. Все. Слава не хочется, потому что это очень близко. Да что близко, мы даже вторую фазу пройти не можем. Это чё? Да в том-то и дело, что если мы вторую фазу пройдем, мы, считай, босса убили. Что там, ну, рёвом мы уже поняли, что у нас без двух вырезаний хватает ДПС. Ну, почти хватает. Там 30% стили, остается. По-моему. Там их 5. 5? Угу. Надо, чтобы он... Должно быть 6. Ну так чё, будем пробовать или нет? Не, со спула, нет, с пула в красную мы играть не будем, но потом, когда закапывается, можно поменяться. Не, мне кажется, или у нас уже перерыв 10 минут? Нет, это 6 минут. А чё ты не хочешь? Нет. Я уже рыбку поставил. Все равно все РДД и 4 милика будут зеленые играть, у нее больше ХП снимется и так, и так. А 6 да, миликов. Дайте шкафчик, пожалуйста, по наглой роже, по неверу самому нужно. Не знаю, почему. Ты это мягко поставил. Не знаю, почему ты не хочешь так попробовать. Мы так били, удобно. Сразу прилетел токсин, сразу с танком рядом стоишь, разморозился. Невер, тебя не суманится. Призыв начался, и ответ. А, ты тут. Понял. Да, у нас проблемы выжидают. Я кинул суман, все присмотрел, все. Рыбка стоит, покушайте. Не слышно? Да. Алло. Угу. Зачем ты мили атаки крит взял? Что? Зачем ты мили атаки крит взял в сурве? Подожди. Блять, ой, я дурак. Ну, слушай, не буду менять уже. Что-то я затроил. Я что-то думал, она АП повышает. Ну, это вообще, типа, все спек, который ПВПшный. Тут кнопки криво расставлены, все. Так, стоп. Все, а массово, что это, банки выпили? Перепейте, да. Dead Beach, наглая рожа, вовбро и фейп. Это, короче, первая патия. Остаются на зеленой, остальные милики идут на красную. Валк, Репат и Флэш с одной стороны, Пирекс, Рокс Райт с другой стороны и Аптик с ними. В черепок, да? А, да, вы в черепок играете. 10 секунд. Блять. 4, 3, 2, 1. Ой, мы горим. Поверни ее обратно.
неутомимый, Торнес поднимешь потом? Ой, блядь, какой снег еще умер. На тебе. Англис, поднимешь тренер, косника. Хорошо. Босса заиграли. Ой, ты зеленый берешь. Отдали ресы. А чё присты на перекуре курят? Ну, я в комбате. А, дай в меня в боб. А, да-да. Я в комбате был, я не мог его резать, короче. Понял, а дайте БР по нему. Прижмитесь. Блять, у меня нету токсина. Пиздец. Вот, тебе вторую тоже забирать надо. Давай я эту хотя бы станчу. Черепочек, черепочек. Нет. Пробегись по меликам. Забрал звездочку на себя. По аптексу дайте, он на главе рожи БР. Да, так сильно. Я вижу. Попался череп. По черепу сыграйте 400 катон. Я заберу эту. Блять, фу. Ой. Хорошо. Отдай мне босс. Ну, вроде твой. Четыре тела бежат. Не могу встать. Вставай туда. Нахуя. Можем. Подводи ко мне босса. А нет, смотрим, куда звездочка побежала. Смотрите так, чтобы вас сейчас лужу не откинуло ревом. Рева на себя просто ставьте. Блин, ну очень много, конечно. Сейчас Freedom нужен будет сразу. Уже был. Смотрим, куда побежать сейчас. Ну, почти ляма. Много, да. Ух ты. Попробуем. Опять побежит. Еще 1.5 миллиона осталось.
Падаем? Давайте умрем быстрее. Да, давайте, конечно, конечно, падаем. Сейчас всех задуем. От яростно они не бились, чудовища, но соло оказались сильнее. Почти... Да, Миликов держала в токсине, на мне не было просто второго раза дебафа этого. Вас второй раз плюнуло и все. Мне нечего вас размораживать. Но получается резисты. Крайне мало. Только вы крайне полном. И малые, и ну, у меня с подауры 170 резиста. А, ну это без лапки. Давайте попробуем, я поймаю второй ребаф, ой, второй этот. Тогда поставим фаер ауру. До этого без нее. У меня 3 минуты джипс. Ну там сзади стоит. 2 джипса стоят. Все равно прожимаюсь там под задувку, меня почти не бьет. Сейчас на первом боссе у нас Fire Aura есть, выходит черви, мы Fire Aura снимаем, и когда я лутаю второй баф, тогда мы снова даем Fire Aura. Я скажу. Не знаю, может это поможет. Но, блин, совсем не нравится расход. Расклад такой. Давайте, пока запустил, раздавайте СС-а. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний открыли... Вот да, так токсин бы резистился, было бы лучше, конечно. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смог... Ну, может, раунд на природу получается. Ну, только хант может листочек дать. А хотя валк может тотем ставить, он и так, наверное, ставит. Валк, ты же ставишь тотем на резист? Потому что а эти зелья свободные действия действуют ли? Был призван Кормак, пронзающий Билли. Твой герой. 5, 4, 3, 2, 1. Покрима девкар на СБР? Или не, лучше войд, лучше войд. Войд эти? Блять, забрал. Нет, отдали уже. Дайте ему инеры. Войд на Глороже в Корнесе, скиньте по инеру. А, все, вижу, нормально. 2 уже залетело. И ребаф по паладину. 300 бафа уешь, дайте. Yeah.
достанет тебя. Нет. А, неутомимо, будешь репать с ним тренера? На перефаске сейчас комбат спадет. Тренера, ресните. Если еще кто-то у этого не спал. 5, 4, 3, 2, 1. Всем похуй. Ну, у меня скоро БР будет. У Лакрима нет БР. А, не, вижу, реснешь его. Файр ауру сейчас снимите. Паладины, файр ауру. Падаем. Да, падаем. Ну вот что это сейчас было, я не понимаю. Это был токсин в 10 человек. Что, попробуй по-другому как-нибудь? Ну вот как здесь по-другому ты что-то сделаешь, я не понимаю, когда оно летит так. Я же уже предлагал. Ну вот что. С пула 6 человек отправить на красную. Ну да, есть смысл, на самом деле. Да, милишников слишком много, нужно больше РТД брать. Но, блять, они не приходят на РТ. Чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Получается, миликов не добираем, да, в гильдию? Получается, рейды у нас только для РДДшников. Да ни у кого не спадает комбат на второй фазе. У меня спадает. У меня спадает. Ну, не знаю, у кого там спадает, мне ни разу не попал. Ну, там что-то ножом уже есть. У хилов, видимо, не спадает. А у тебя что? Хорошо, давайте, ну попробуем. Что остается-то делать? Это у нас с кучей милишников 12 штук. Что там пробуя справились? Ну, так же. Первая пати пьет зеленую, остальные милишники пошли за красный. Сразу с пула. Только не просто так, типа, пошли там, кто как хочет. А три челика с одной стороны, три с другой. Вы стоите треугольником, типа, как на торе. Ну, Валк, Репат и Абдикс слева от босса. Флэш, Ракс, Райт, Пиракс справа от босса. А чё ты в Сикс так рано уфаешься? Надолго отойти, может, вернёшься? Смотри, этот вар Дедбич вообще хуярит на втором месте. Да. Там ДПС хорошо дает. Не, Швара захотел. И главное, если, ну, Абдикса-то можно поменять просто на милишника, на еще одного опять же. Не, это хуйня. Решила на мыло. Ну да, то же самое. Хули делать, тратить надо. Да ну какой смысл тратить? Когда так до хуя их. Тем более, босс дает много. 10 секунд у нас, 9. Давайте, собрались. 4, 3, 2, 1. Отведу. Там все мелики горят. Пизда. Я, пацаны, давайте заморозим его АК-25. Вот правда, я вообще не хочу в эту игру играть. Я тоже. Каражан скоро выйдет, там полутает 260. Блядь, ну реально, это просто пиздец. Хорошо, но если... Ну, блядь, просто. Если настроение... Просто, блядь, похоронил все. Если настроения нет на ИВК, типа,
предлагаю там... Давайте нас... просто на следующем, когда уже придем, ну чё вы такие... Прям... Да не, ну воскресенье придем, конечно. Пойдемте йогу убьем. У нас йога, у нас йога. Пойдемте да, йогу убьем. Пошлите на йогу, согласен. И на идеально, надо это планир сначала доделать, потом идти. Да, надо милишников меньше сделать просто сюда. Ну что ты-то вообще, мы прям страдаем сейчас из-за этого. Кто просто знает, вдруг через неделю-две пофиксят это ИВК. А пофиксят его по-любому, ты шо? А его точно пофиксят его. Ну вот, и тогда придем, потому что, ну, блядь, тратим время, в итоге падаем на первом. Ну это что и не полное, это что, это пиздострадание самое натуральное. Просто, блядь, хуяк, его уже, блядь, под миликов. Давайте соберемся, и такая лужа, ебать, под миликов сразу, хуяк, нахуй. Собрались, ребята, как-то? Да, босс такой, собирайтесь. Подождите, а вы, у вас в Ульде один босс остался или что? Да, 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 там йога просто убить. Вы хотите все. Йога плюс ноль пройти? Нет. Ну, плюс три, так же, как обычно. Ой, плюс один, да, плюс один. Ну все, ну, типа, на плюс ноль там, в принципе, можно, но тут надо запариться опять тактику эту посмотреть, как там этих держать, mm-hmm. куда их уводить, когда они прохиливаются. Не, нахер надо. Да-да-да, нахер не надо. Нам нужно Волонир собрать и забыть про Ульдуар. Там у нас осталось, типа, 4 осколка, включая того, ну, плюс еще, учитывая тот, который один сейчас нам даст с йога, у нас 3 осколка остается. При небольшом везении мы закроем его на следующем КД, типа, соберем Волонир. Это его нам нужно тогда поставить, слышишь? В четверг ставьте. Да, да, да. Придется ставить Ульдуар в четверг. О, наконец-то. Да, ну слушай, или знаешь, как у меня, ну, типа, конченое, конечно, предложение, я понимаю. Субботу. Давайте поставим половину Ульдуара после первого КД. Ну, после первого рейда. О, боже мой, нет. Ставьте 25 обычку. Сейчас я поставлю. А то хэм не потянем. А что ты хочешь после ИВК ставить? Ладно, начисли ИП. А чё, да, я на хэму убью. Ой, сейчас я на ИП забуду на этого. Ой, да, поставь эту табычку, будет проще. Достижение крепкости. А я уже поставил, нет? Кто там в рейде остался? Кто в рейде? Да. Гудлик. Нет, Дрищ. Давай Дрища пока кикнем. А возле Ульды какой Дрищ? Мысли.